Ген, ну что, время-то уже много, у меня ребенок спать хочет. Где Дед Мороз-то твой? Слушай, странно. Уже кто-нибудь да должен был прийти. В смысле кто-нибудь? Но я позвонил сразу в несколько фирм. Сегодня же предновогодний день. Там пробки, кто-нибудь застрянет обязательно в пробке. Кто-то напьется, еще что-нибудь случится. А так кто-нибудь да придет. Ну, вообще-то так нельзя делать. Да ладно, брось ты. Я так все время такси заказываю.